никогда не смогу быть твоей женой. Ты поклялся. Антигона Жана Ануя – переложение знаменитой трагедии Софокла по мифологическому сюжету о братоубийстве в борьбе за трон. Главная героиня пьесы Антигона желает с почестями захоронить брата-предателя, хоть это и запрещено законом царства, неповиновение карается смертью. Но для Антигоны вера в традиции и семью выше государственной власти. Жан Ануй по-другому расставил акценты и придал действию современный характер. От софокловского образа Антигоны у него остались внутренние искания героини и ее бесстрашие перед лицом смерти. Она тоже сомневается, она тоже мечется, у нее тоже внутренние какие-то коллизии, она очень многогранна. И вот сложно играть и раненого человека, и одновременно свободного. Этот спектакль про людей, не героев, которые нам недосягаемы, а про нас самих. Мы же тоже совершаем каждый день выбор. Только вот вопрос цены. Какие акценты расставил режиссер драм-театра, пока тайна. Но, добавляет мужчина, пьеса особо актуальна и в наше время. Зритель, мне кажется, для этого приходит в театр. Не отдохнуть, не повеселиться, а найти какой-то ответ. Если тебя что-то волнует в жизни, ты идешь куда-то туда, где ты можешь получить подсказку на, может быть, намек на какой-то ответ. За таким ответом на предпоказ пришли студенты-театралы Барнаульского института культуры. Это и прекрасная возможность вдохновиться работой профессионалов и поучиться сценическому и режиссерскому мастерству. Очень хотелось бы, наверное, увидеть интерпретацию режиссера, как он это видит, потому что мы с курсом хотели бы после премьеры все это обсудить, все детали этого спектакля. Да, я очень жду, что будут актеры с нашего Алтайского государственного института культуры, конечно же. Я бы хотела посмотреть на наших ребят, которые учились с нами на одном потоке. «Антигона» станет премьерным спектаклем 101-го сезона театра драмы. Посмотреть пьесу можно будет с 9 сентября. По словам режиссера, эффект от просмотра усилят не только актерская игра, но и необычные двигающиеся декорации и световые эффекты. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком.